До последнего не верила, что можно воссоздать сюжет русских народных сказок на крышечке шкатулки, на пудренице, на маленькой заколке или на интересной брошке. Палих и Холуй – два крупных центра лаковой миниатюры, расположенных на территории Ивановской области. Древнерусская живопись, для которой характерна условность изображения, декоративность, глубина народных традиций и богатство орнамента. Поверьте, плюс это не только Левитан, Кувшинниково, невероятные пейзажи, а также знаменитая Ивановская строчка, ткацкий узор и лаковая миниатюра. Вашему вниманию представлен уникальный мебельный гарнитур, созданный и расписанный палихским художником Александром Михайловичем Куркиным за один год. Интересный дизайн выше традиционной формы, в котором каждый сможет рассмотреть любой сказочный сюжет. Это сила таланта и мастерства палихского творца, а также одна из главных и интересных визитных карточек города Плёса.